Акция «Знай своего участкового» продолжается. Полицейские встретились с работниками администрации, членами трудовых коллективов и представителями учебных заведений района. В случае проблемы или критической ситуации, когда не знаете, к кому обратиться в случае, если вы являетесь жертвой какого-то преступления, во всех этих случаях обращайтесь к участковому полицейскому. Цель кампании «Знай своего участкового» укрепляет партнерство между полицией и обществом. Люди должны знать, как зовут участкового, обслуживающий административный район. Хочу предоставить вам флаеры. С одной из сторон есть данные и имейл. В случае какой-нибудь проблемы звоните, я вам помогу. Кампания инициирована Министерством внутренних дел, дает свои результаты. Люди не только знакомятся с участковым, но и могут решить свои наболевшие проблемы. У нас есть большая жалоба. Наша улица Брынза 31. Мы много раз обращались в примарию. Рядом проезжают машины больше 20 тонн. Дом разваливается. Я уже не знаю, куда обращаться. Я вам оставлю этот флаер. Здесь есть мои номера. Позвоните, мы постараемся решить проблему. Акция «Знай своего участкового» продлится в течение ближайших 3 лет. Первый этап кампании был проведен в августе этого года, когда сотрудники полиции ходили от дома к дому и информировали жителей об участковых инспекторах.